Всем приветик, рада видеть вас на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Итак, сегодня у нас будет тема «Какие игрушки поедут со мной на ярмарку?». Прежде чем мы будем смотреть мои игрушечки, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И еще, будет серия малышек. Я хочу, чтобы вы выбрали, какую игрушечку мы будем вязать в следующем мастер-классе. Я приеду с ярмарки. И хочу на следующей неделе связать игрушечку и выпустить на канал. Так вот, ваша задача выбрать и написать, кому будем первого вязать. Итак, поехали смотреть игрушечки. Начнем с винтажных игрушек. И винтажные игрушки, которые связаны у меня из 100% шерсти. Так, первая игрушечка — это у меня вот такой вот теленочек. Я его вязала в одном экземпляре. Поэтому он так и остался со мной. Он связан из 100% шерсти. А шарфик связан с пряжи Lana Gold. Это 50% шерсти. Он очень плотно набит. Очень толстенький, плотненький и длинненький. Вот. Он тоже едет со мной на ярмарку. Дальше со мной едут игрушечки из шерсти. Вот такая вот зайка. 100% шерсть. Серии винтажных игрушек. На них у меня есть мастер-класс в формате PDF. Так что, кому интересно, пишите. Вот еще одна зайчка. Тоже формат PDF. Это одна и та же серия. Так, и из этой же серии формат PDF. Мишка и зайка. Две игрушки по одной схемке. Платьишко есть в бесплатном доступе. У меня на канале можно проходить, вязать. Оно вяжется очень легко и просто. И вот такая вот лисичка. Она тоже у меня в единственном экземпляре. Серия винтажных игрушек. 100% шерсть. Платьишко фатин и полухлопок ярна джинс. Также на нее есть формат PDF. Так что, кому интересно, обязательно пишите. Так. И еще. Дальше поехали тоже. Шерстяной мешутка. Шапочка у него снимается. Пряжа 100% шерсть, а это пряжа Lana Gold, 50% шерсти. Шапочка, связанная спицами, вязала не я. Вот так вот. Так, и к нему же у меня был связан друг зайчик. Вот такой вот зайчушечка также связана. Также 100% шерсть, а это Lana Gold, 50%. Глазки на безопасном креплении, шапочка снимается. И такой вот лысенький у меня получился зайчушечка. Так. Дальше пропустила. Вот еще одна зайка. Винтажная игрушечка. Это из пряжи Alize Lana Classic. Шапочка снимается. Снуд нет. Также есть формат PDF, да, из этой же серии. Так. Дальше со мной поедут два маленьких тигреночка. На них есть мастер-класс. Бесплатно в доступе на моем канале. Оставлю ссылочку, проходите, вяжите. Следующий год будет тигреночка. Вот такие вот маленькие подарочки будут очень актуальны. Так. Так, и дальше у меня серия малышей. Я буду показывать игрушки, которые вы уже видели. Вот эту мешутку я оставила для ярмарки. Так. Потом вы видели у меня пандочку. Пандочку тоже оставила для ярмарки, так как у меня был запрос на игрушечку такую. Так. Вот пандочка у меня еще новенький связался. Колпак вы видели, я его показывала в предыдущих видео. Вот так вот. Пряжа Alize Lana Gold, а шапочка ярна джинс. Так, и вот новенький, свеженький мешутка связался у меня из пряжи Lana Gold. Шапочка у меня получается ярна джинс. Так, дальше у меня связались два мешутки, девочка и мальчик. Ярна джинс пряжа. Потом связались у меня два зайчушечки. То же самое, ярна джинс. Связалась единорожечка одна. Связала пока одну. Может быть, если успею за сегодня связать, то свяжу еще одну в пару. И последняя игрушечка. Это вот такой вот фоксик.
серия одна и та же игрушек, но получился у меня поменьше ростом. Ой, вот так вот. Даже можно, если с фиолетовой сравнить, зайка, получился поменьше. Хотя мастер-класс, все одно описание. Так, в общем, такое вот небольшое количество будет со мной на ярмарке. И тоже, если я успею, вечером хочу довязать вот таких вот корзиночек. Корзиночек из трикотажной пряжи. У меня они хорошо расходятся. Они очень сейчас актуальны на подарочки на 8 марта. Их можно и деткам, и взрослым. Любое хранение, любой декор, любую комнату. У меня их пока только две штучки. Это остатки. Оттенки фиолетового, оттенки лаванды. Поэтому еще навяжу. Может быть, штучек 5. И поедут со мной все на ярмарку. Так вот. На этом у меня все. Все игрушечки в сборе. А остальные, которые я успею связать за сегодня, вы уже посмотрите по видео, которое будет из ярмарки. Ярмарку я вам подробно сниму, покажу. Посмотрите, как у нас развлекаются. Все. Всем хорошего дня, всем хороших выходных. С наступающим вас праздником и светлого дня 8 марта. Всем пока!